Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной соломенной базы Player 9183. Сишка тут вроде не нужна, если, конечно, эта база не изменилась. Нет, вроде все так же по-прежнему. Можно зайти вот отсюда. Вроде тут соломенная стена, насколько я помню, да. Тут маленький ящик будет. Ящики все находятся здесь. Тут можно даже пройти. Тут у нас раз, два, три, четыре ящика, плюс несколько станков. Готово. От двух волн избавился. Давайте смотреть. Так, тут пистолет есть. Это у меня украли. Это я заберу. Вот это у меня украли. Вот это. Хавчик. Можно схавать. Так, 20 бревен. Еще 20 бревен. Так, тут еще бревна. Найс. Вот это у меня также украли. И это вот лут, который был для рейдеров. Нахрена я воду выпил? Ладно, не суть. Так, еще доски, бревна, изолента, слитки. И последний ящик, а я его не открыл. Так, тут еще один пистолет. Еще бревна. Нормальная такая база. Так, пистолет сюда. Место еще есть. Байк тут не нужен, умирать тем более тут не надо. Можно еще сушилочку сломать. Вот, пусто. И что еще тут можно сломать? Так, ну ко мне резко туда перезаходить не буду. В принципе, можно ее открыть было. Ну ладно. Так, и тут больше построек никаких нету. В общем, вот такой вот лут. Очень обычная база. Ничего сверхъестественного. Ну, по крайней мере, сишку не тратил. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.